Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Ассамблеей народа Казахстана организована работа по оказанию помощи пострадавшим в городе Арысь Туркестанской области. АНК всех регионов созданы штабы по организации помощи пострадавшим. На базе всех домов дружбы организованы пункты сбора гуманитарной помощи. Руководители и члены этнокультурных объединений ведут активную работу в данном направлении. По инициативе Республиканского общественного объединения «Ассоциация азербайджанцев Казахстана» в Доме дружбы города Алматы состоялось очередное собрание штаба по организации помощи пострадавшим. Открывая совещание, президент Ассоциации азербайджанцев, доктор технических наук, профессор Абульфас Хамедов обратился следующими словами. Дорогие друзья, у наших братьев в Туркестанской области, в Арысе, произошла беда. Трагедия в Арысе коснулась каждого из нас. Мы, представители разных национальностей Южной столицы, решили объединиться и оказать помощь. Сегодня здесь в акции помощи участвуют этнокультурные объединения турки Ахыска, евреи, курды, греки, афганцы и другие. Все оказывают активную помощь. Хамедов далее отметил, что в Шымкенте на базе Дома дружбы Туркестанской области разворачивается центр по сбору помощи для пострадавших. Образован координационный штаб Ассамблеи народов Казахстана. Его координатором стал заведующий секретариатом Ассамблеи народов Казахстана города Шымкент Мурат Олег Калмуратов. Сокоординатором заведующий секретариатом Ассамблеи народов Казахстана Туркестанской области Гани Рыспеков. В настоящее время в состав необходимой гуманитарной помощи входят продукты питания, вода, соки, детское питание, предметы первой необходимости. Выступившие призывали всех казахстанцев, молодежь, волонтеров откликнуться и оказать помощь людям, пострадавшим от техногенной аварии. Наши соотечественники нуждаются в нашей с вами поддержке. Казахстан и Турция на протяжении более четверти века поддерживают тесное взаимодействие, выводя двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства. Эти страны наладили эффективное сотрудничество во всех сферах, от экономики до политики, поддерживают инициативы друг друга на международной арене, прилагают совместные усилия для углубления общетюркской интеграции. В интервью программе Мосдружбы торговый атташе Генерального консульства Турции в Алматы Осман Бостепе сказал: Ülkemizde yaşanan siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler Kazakistan halkı tarafından yakından takip edilmekte. Özellikle iki ülke devlet başkanları tarafından gerçekleştirilen resmi ziyaretler büyük ilgi görmektedir. Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество в отношениях наших стран занимает особое место. Турция входит в первую десятку торговых партнеров Казахстана. Товарооборот между нашими странами вырос на 27% и составил почти 2 миллиарда долларов США. Турция инвестировала в Казахстан с момента обретения им независимости более 3 миллиардов долларов. На сегодня в стране функционирует около 2000 предприятий с участием турецкого капитала. Отношения между Казахстаном и Турцией развиваются в духе стратегического партнерства, важной составляющей которого является торгово-экономическое взаимодействие. Турция – один из важных инвестиционных партнеров Казахстана. Торговый атташе Генерального консульства Турции в Алматы Осман Бостепе остановился на конкретных мерах по дальнейшему укреплению двусторонних связей. Bu bağlamda Milli Petrol, Gaz, Üretim ve Taşıma şirketleri, Demiryolu şirketi, madencilik şirketleri ve diğer önemli sektörler Ulusal Refah Fonu Samruk Kazina altında yapılandırılmıştır. В 2018 году объем внешней торговли Казахстана составил 93 миллиарда 4 миллиона долларов США, увеличившись на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт Российской Федерации, одной из стран-членов Евразийского экономического союза, в Казахстан составляет 12 миллиардов 4 миллиона долларов США и покрывает 38,1% от общего объема импорта страны. Другой член Евразеса, Беларусь, экспортировал в Казахстан 593 миллиона 200 тысяч долларов. Турция занимает 9-е место в импорте Казахстана.
Когда мы смотрим на экспорт Казахстана, в 2018 году выделяется сельскохозяйственная продукция на основе цветных металлов, главным образом сырой нефти, а также круп и продуктов животноводства. По данным Центрального банка Казахстана, турецкие инвестиции в Казахстан составляют 2,5 миллиарда долларов США. Anadolu Group, Axel Holding, Yıldırım Holding, Symbol Construction, Turquoise Group, LC Waikiki Одежда, De Facto, Хлопковая Одежда, Нобелевская фармацевтическая промышленная компания, Абди Ибрагим фармацевтическая промышленность, Madenli Ground Services, IPEC, Borusan, Kazakhstan Aselsan Engineering, Exen Group, логистические компании, а также турецкие инвестиционные компании. Казахстан является одной из стран, в которых турецкий подрядный сектор осуществил большинство проектов за рубежом. На сегодняшний день нашими подрядными компаниями в Казахстане получено 486 контрактных проектов на сумму около 23,5 миллиардов долларов. Наши турецкие фирмы-подрядчики играют важную роль в превращении столицы Астаны в современный город за последние 20 лет. Впервые в истории Казахстана в рамках государственно-частного сотрудничества будет реализован проект по Большой Алматинской кольцевой дороге Бакат 66 километров, 19 дорожных линий в общей сложности. Он был подписан Министерством инвестиций и развития. Проект будет реализован компаниями Макёль, Аларко и южнокорейской компанией. Контрактная часть проекта составляет 475 миллионов долларов США. Доля наших компаний в этом проекте – 285 миллионов долларов США. Компания «Энка» выиграла проект по развитию бизнеса третьего поколения нефтяного региона Тенгиз, который был присужден компанией «Шеврон» добыча нефти в Атрау. Контракт был подписан 18 мая прошлого года. Общая стоимость проекта составляет 968 миллионов долларов. Его завершение планируется в феврале 2022 года. Стоимость проекта административного здания центра Назарбаева, осуществляемого Symbol Construction, составляет 50 миллионов долларов. Перефабрик япы ihracatımız yaklaşık 30 миллион ABD доллары. Kıymetli metal ihracatımız 17 миллион ABD доллары. Hububat ve baklagilin işlenmesi için kullanılan tarım makineleri ihracatımız 12 миллион долларов. В конце интервью Осман Бостепи отметил, что Турция готова делиться с Казахстаном своим опытом в сферах торгово-экономическом, сельском хозяйстве и туризма. Ben de bu programı hazırladığınız için Türkiye Yayıncılığı'na teşekkür ediyorum. Verdiğiniz zahmetler için sağ olun. Что такое жизнь? Часто ли люди задумываются над этим понятием? В нашем современном мире, в этой крутизне мы спешим, торопимся, порой даже некогда оглянуться назад. А если и остановимся, оглянемся назад, то что мы увидим? След. След, оставленный после тебя. Но какой он? Есть люди, которые оставляют после себя след хороших воспоминаний. Посмотришь на него и скажешь: «Вот это был человек!» Мы расскажем вам про одну из легендарных женщин-дипломата Кыргызстана, которая действительно оставила в этой жизни добрый след. Джамал Чуйбеков Наташа Бекова, бывший член КПСС с 1961 по 1991 годы, заместитель председателя Совета министров, министр иностранных дел Киргизии с 1980 по 1986 год, директор дирекции Дома дружбы Государственного агентства культуры при правительстве Кыргызской республики, избиралась депутатом Джугурку Кенеша трех созывов, член Союза ветеранов ВОВ, МВД, Вооруженных сил, Министерства обороны, ветеранов труда и тыла, почетный гражданин города Бишкек, чрезвычайный и полномочный посол.
Джамал Чубековна, вас в Кыргызстане считают легендарной женщиной, женщиной-дипломатом. Что вы думаете по этому поводу? Ну, видимо, по этому поводу есть какие-то основания, потому что я очень, можно сказать, большой период жизни работала на таких должностях. Ну, я, кроме того, что я работала министром иностранных дел, я работала председателем общества дружбы Кыргызской Республики с зарубежными странами, работала председателем комитета семьи, женщин, молодежи. Вот это все как-то, оно мне было все время связано с отношениями между народами, между даже теми, которые у нас в республике живут. И все это откладывало определенные впечатления у людей о том, что я вот такой дипломат. Но я в то же время получила ранг посла, чрезвычайно полномочного посла. И поэтому весь народ как-то знал, видимо, привыкли, и часто вот такие вот изречения бывают. Но я горжусь тем, что люди вот так вот оценили, говорят. В то же время я считаю, что я просто выполняла работу, возложенную на меня вот, руководством республики в то время. Ну, я думаю, для того времени такие женщины, как вы, это можно было считать на пальчиках, правильно? Вот не так много было таких женщин. Ну, я не могу сказать, что у нас совсем мало было, потому что, когда меня послали на беседу, оказывается, нас проверяли, вот на министра иностранных дел, 8 кандидатур с республики поехали, вот и я в том числе, 8. Всех нас 8 посадили в один самолет, мы прилетели в Москву, нас разобрали по разным отделам ЦК КПСС и так далее, в разных местах мы там были, у разных руководителей. А потом, когда приехали в республику, через 2-3 дня, оказалось, это я выбрана из них, а я даже не знала в Москве. Вот, и я даже не знала, зачем. Я думала, ну, нас работу спрашивали, что делаете, то все, про республику спрашивали, про дела. Ну, конечно, вот так как-то очень строго было. Но тем не менее, а я отвечала, я ничего не боялась, потому что, а что мне бояться? Начала я работать на производстве, 8 лет на фабрике работала. Среди рабочего класса у нас была уже у меня выработана привычка говорить правду и в глаза, и ничего не бояться, никого не стесняться. Поэтому я даже вот этих больших руководителей ЦК КПСС, заведующие отделами, инструкторы, еще кто-то, инспекторы и так далее, мне даже я их фамилии не запоминала, кому я заходила. Я единственное помню, что я была у капитана, а он, оказывается, был секретарем ЦК КПСС. И это, мы были все в разных гостиницах, почему-то нам, видимо, они такое создали, такое... Не виделись никогда. Ну, чтобы мы не, друг с другом слишком тоже не разговаривали. Ну, а кто из них был? Вы можете назвать этих женщин или кто там? Или я могу, сейчас? Я могу, нет. Правда, вот две женщины, которые так вот, я считала, что после уже, после когда назначили, я считала, что они могли бы быть на этом месте. Это было зав. Отделом ЦК нашего, Нурматова такая. Она очень настоящий коммунист, очень такая честная. Работала долго на партийной советской и комсомольской работе в Орской области. И здесь вот такая подготовленная женщина была. Кроме нее был секретарь обкома, Орского обкома партии. Я ее сейчас фамилию забыла, очень тоже сильная, но она моложе была, она моя ровесница, та была постарше. Ну, там были еще, в общем, нас было 8. Ну, все достойные, как-то мы не думали. И вот эти вот все женщины потом же работали, они в основном как-то работали, получилось так, что они почти что все работали в моем подчинении. Никто ни разу, я должна сказать, не сделал такого, допустим, ко мне отношения, что будто я или достойна, или недостойна. Во-первых, они... Не вспоминали вас? Нет, ну мы работали нормально, отношения у нас были. Никогда, допустим, я приглашаю на совещание, туда все приходят, сидят как штык.
и общаемся, и говорим друг другу, и никогда вот... И я не чувствовала себя, что я уже министр, зампред совмина, я это даже не чувствовала, ну, привыкла уже. Да, да, и они тоже себя не чувствовали, что они какие-то униженные или еще что-то. Нет, мы вот так очень даже как-то хорошо наладили, ну, у нас были правильные отношения, никто ни перед кем не заискивал, вот это я должна сказать. Тёма Ильич, вы после окончания школы решили учиться МГУ. Да. И особенно вы хотели учить китайский язык. Вот интересно. Да, это интересно. И не получилось в МГУ учить, потому что перевели ваш этот факультет в Ташкент. Да. Дальше что было? В общем, первое заявление я написала в МГУ. Хотя у меня были в школе, значит, успехи по техническим, математика, физика и так далее. Вот это все у меня кругом отлично было. Мне надо было с самого начала ориентироваться на какую-то техническую специальность. А вот меня, а я так хотела, нет, я выучу китайский, выучу арабский и английский. Вот я хотела вот эти все языки выучить. Я думала, ну, один учишь, а другие будешь учить. И написала туда заявление, а они мне прислали ответ, что, к сожалению, с этого года этот факультет переводится в Ташкент. Ну, мне, конечно, было уже как-то, ну, я хотела учиться в Москве. Понятно. Да, я хотела учиться в Москве, и поэтому думаю, ну, куда идти? А тут мне посоветовали, как раз время уже мало было. Не знаешь, куда идти, а тут говорят, знаете, сейчас инженеры нужны. Вы же, говорит, можете сдать экзамены, говорит, по математике и так далее. Я говорю, да, алгебра туда-сюда, это для меня было, ну, как бы так. И это, и мне посоветовали вот этот вуз. Говорит, вы знаете, там был один пожилой человек, ну, который наших детей распределял. И он мне говорит, вы знаете, для женщины очень хороший институт. Институт, Московский технологический институт легкой промышленности. А я его так слушаю, думаю, а почему я должна... А он говорит, вот это хороший, говорит, потому что, говорит, вы его закончите, будете работать там на фабриках и так далее. А я говорю, да нет, я хочу в железнодорожный. Меня все... Все не женщины, да, да, да. Потому что сами, наверное. А он мне говорит, нет, железнодорожный, не идите. И он мне подробно рассказывает, почему не идти. Говорит, вот будет зима, и вот по Казахстану идет, говорит, поезд. Вы представьте себе, говорит, останавливается пурга, говорит, дальше не может идти. Вы выходите, говорит, из своего вагона, начальник поезда, и смотрите, где там что не так, потом, говорит, чините, и все такое. Не женское дело. И вот, говорит, это не женское дело, там, говорит, пурга вас занесет, заболеете, то все. А я думаю, нет, я не заболею. Я чувствовала себя, конечно, хорошо, я не болела. А все равно хотела туда. Он говорит, нет, 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 вот туда, говорит, не идите. А пока мы вот так 2-3 дня разговаривали, время-то идет документы сдавать. Ну и это, так он мои документы в железнодорожный не отдал. А потом так и передали мы в наш институт. Мне пришлось туда пойти сдавать экзамены. И я сразу пришла на экзамен по физике, первый экзамен. И нас посадили там 5 человек в этом. Это где вы сдаете экзамен? Уже в институт вот этой легкой промышленности. В Москве? В Москве. И это нас всего 5 человек запустили. И он нас рассадил в разные места в одной аудитории. И мы взяли билеты, сидим, он говорит... Пожалуйста, не пишите, говорит, там словами все. Напишите формулы и сразу решите задачу. А я посмотрела формулы такие, первую, вторую формулу написала, задачу раз-раз решила, а он вот так ходит между нами. Увидел меня вот так, говорит, вы что, закончили? Я говорю, да. Он так посмотрел, говорит, и отвечать хотите? Я говорю, да, а второй учитель еще не пришел. И это, ну, идите ко мне, говорит. Я пошла, четверо сидят, я пришла, отвечаю, говорю, все правильно. Тогда у меня задают, в то время это считался трудный вопрос, формулу,
света, что ли, что-то такое трудное, в общем. Тогда считалось по физике. Я ему написала, рассказала, что это такое. И он уже ничего больше вопросов не мог задавать. Он мне говорит, а где вы учились? Я говорю, какую школу, говорит, вы окончили? Я говорю, номер 11. А он говорит, города Москвы? Я говорю, нет. А какого города? Я говорю, Фрунзе. А где это Фрунзе, говорит? Я говорю, это Фрунзе, столица Киргизской Советской Социалистической Республики. Он на меня вот так смотрит, потому что мы так точно же отвечали, мы же дети. И это, он так смотрит, думает, ничего себе. Видимо, он так подумал. Из глубины приезжал? Да, да, из такой глубинки. И говорит, ну все, у меня нет вопросов к вам, вы свободны. Я вышла, потом, когда уже оценки 5, конечно, получила, в общем, там высокие оценки. И прошла по конкурсу. Не то, что там вне конкурса. По конкурсу прошла в институт, училась. Ну вот теперь могу сказать о том, как я закончила. Ну что ж, проучилась, как все студенты, бегали мы там. На эти 200 сом мы жили, значит, делали там, сами варили. Выбрала китайский язык. Я вообще не знала, что я буду заниматься иностранными делами. И вообще я же готовилась, видите, потом уже в техническом вузе, я уже думала, все, я пойду на фабрику, буду двигать только технику. У меня такое мнение было. Но оказалось, жизнь повернула меня так, что после работы в партийном аппарате и в горосполкоме 10 лет я проработала, местная власть. После этого почему-то, вот когда выбирали, вот я же говорю, 8 человек мы ходили на тестирование, я стала министром, тут, конечно, меня тоже хорошо приняли, я должна сказать, у меня был советник, он сейчас на пенсии, Нургазы Кемельбаев, который до меня закончил институт в Москве МГИМО. А я-то закончила совсем другой институт. И уже работал в министерстве. Очень хорошо знал все, как говорится, как надо себя вести, что делать, все. И вот он постоянно со мной ходил. Советовал. И был такой культурный человек. Но не навязчивый, но каким-то образом мы с ним вот сработались. И вот он мне все, значит, Джамал Чубек, ну давайте вот это вот так, а это вот так, это вот так. И я так быстро тоже у него приняла это все. Я считаю, что как-то я очень быстро влилась вот в эту международную деятельность. На посту министра иностранных дел я 6 лет проработала. За это время мы приняли здесь очень много важных делегации, представители разных стран и так далее. Все, со всех стран. Вот Индия, Китай, там вот эти ближайшие соседи, это обязательно, даже нет разговора. И японцы, они все к нам приезжали. Джамал Ташибекова многократно была награждена орденами и медалями за служение Отечеству. Ташибекова сыграла ключевую роль в установлении дружественных отношений между СССР и Китайской Народной Республикой, которые серьезно обострились в конце 50-х годов с последующей кульминацией противостояния, пришедшего на 1969-й. Это во время беседы легендарная женщина-дипломат с улыбкой вспоминает о том, как ей удалось провести политику разрядки отношений между двумя крупными державами, но тогда она рисковала. И рисковала она многим, вплоть до отстранения от должности. Однако все сложилось удачно. Джамал Чуйбековна убедила больших советских боссов в том, что вынесенные Китаем предложения на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в 1980 году заслуживают внимания и поддержки. В итоге члены советской делегации во главе с министром иностранных дел Андреем Громыко единогласно проголосовали за китайские предложения по социальным вопросам. По словам кыргызского дипломата, настоящим фурором было то, что примеру СССР последовали все социалистические страны, как и другие страны-члены ООН. С этого момента и начался период оттепели в отношениях. Но Джамал Эджей никогда не придавала большое значение тому, что открыто призывала Союз поддержать Китай на Генассамблее. Просто она делала свою работу, ее работу в Нью-Йорке высоко отметили и оценили.
Только назначили министром, и вдруг Москва говорит, что меня включили в состав делегации СССР для работы в ООН. А я говорю, а что вы меня включили? Он других включает. Они говорят, вот уже есть решение ЦК КПСС, так что все, вы поедете. Мне где-то, допустим, в июне или в июле сказали, а в сентябре я должна уехать. Ну что же, я дома сказала, мужу тоже. И они звонят мне. А как, типа, у вас есть одежда? То есть я говорю, конечно, есть. А вот, говорит, это, они тогда все, оказывается, изучали. А у вас, говорит, золотое кольцо есть? Я говорю, есть. А потом через некоторое время они звонят на другой день, кажется. А какое, говорит, а с каким оно вот этим камнем? А я в этих делах не соображаю. Мне... Я еще работала на фабрике, когда мне одна подруга там подарила золотое кольцо, тоненькое такое, на зеленым камнем. Я думаю, ой, красивое, единственное золотое кольцо. И это, а мы с ней дружили, мы с ней вместе работали на фабрике, все такое. И вот это, я говорю, вот такое у меня с зеленым камнем. Потом они звонят, говорят, у вас, говорит, это изумруд? А я не знаю, я говорю, да кажется, нет, не изумруд. Я говорю, ну, камень зеленый такой светится красиво. Они, наверное, меня думали, вообще вот такая. Ну и все, потом звонили, говорят, позвонили снова. И говорят, вы знаете, вы, будучи членом советской делегации, а вас всего 5 человек во главе с Громыко, значит, вы должны иметь кольцо с изумрудом. Это считалось элитным, да? Вот наверное, что я должна, оказывается, иметь такое кольцо. Ну и это, я пришла домой, мужу сказала, ну давай искать такое кольцо, и чтобы оно мне налезло. Ездили в городе, не нашли, нашли в Сокулуке за 800 рублей. Это тогда казалось, ой, прямо не знаю что. И мы, конечно, ну тогда моя зарплата была где-то 500, а у него 300, и мы все-таки купили. Он купил, у меня было такое кольцо, потом, ну как, вы приобрели кольцо? Да, приобрела. Вот так меня готовили туда, вон. Потом уже вот они объявили, когда мне, конечно, билеты дали, то все, какого числа вылетать. Я вылетела, Москву пролетела, дальше туда мы полетели, в Нью-Йорк. И вот наступил день. Ну, там все дни мы работали, конечно. Документов очень много. Во все документы должны вмешиваться советская делегация. Я, конечно, член советской делегации. Я хочу работать не хуже, чем сам Громыко. А он с нами работал же. Он каждое утро с нами проводил совещание. И рассказывал нам, какая страна, как настроена, чего делает, туда-сюда. Мы это все, конечно, записывали, но только в уме. Тогда даже нам не разрешали носить с собой записные книжки. И не записывать туда, чтобы они там не остались где-то, чтобы я где-то не потеряла или еще что-нибудь. Мы только вот в голове держали. Вот так вот его слушали, так внимательно, значит. Ну, он, конечно, только деловой такой говорил. И мы что-то это сходу запоминали, я не знаю, или умы тогда были хорошие, или мы были чистые настолько. И, в общем, это вот так он проводил каждый день совещание. И во все вопросы я вникала. Меня избрали членом третьего комитета, комитет по социальным вопросам. И даже там был болгарин один председателем, потом меня сделали его заместителем. И вот мы там, а это комитет отдельный по всяким социальным вопросам. И рассматриваем, вдруг вот этот китайский вопрос пришел. А обычно, как китайский вопрос, Советский Союз почему-то обязательно должен против голосовать. Мы же тогда очень напряженных этих были. А я же прекрасно помню, еще я здесь была, еще не поехала в Нью-Йорк, когда вот это вот 10 тысяч китайцев границу здесь нарушили, немножко дальше нас. А у нас тут они вообще в горы переходили, забирали чабанов вместе с этими, с баранами на ту сторону перегоняли. И тут мы
не устраивали с ними драку там туда-сюда, но переговоры шли. Иногда отдают, иногда не отдают. Вот захотят, они там заберут, половину скушают, половину отдают. А, вот такое было, и мы это терпели в советское время. Но это я все знала, что так делают. А у меня было 7 помощников. Я один, допустим, член делегации, нас 5 из СССР. Я один, у меня 7 помощников. Вот этот вопрос, когда пришел, я говорю, я буду голосовать за это, за их резолюцию. Китайскую. За китайскую. Они предложили. Я прочитала точно, как советские написали. Надо вот так, надо образование, надо здравоохранение и так далее. Это как раз вот был социальный вопрос такой. Все нормально. Ничего там, даже ни одного слова не было такого, к которому можно было придраться. Они такую хорошую резолюцию написали, я ее прочитала, говорю, я буду голосовать за. Тут сразу ко мне все мои помощники прибежали. Нельзя. Я говорю, почему нельзя? А потому что мы с ними уже 20 лет, говорит, всегда против голосуем. Всегда Советский Союз против голосует. Я говорю, а что тут против голосовать? Если бы они хоть одно слово, если бы в этом документе, говорю, было бы хоть одно слово, которое, допустим, я бы сейчас могла придраться, его нет. Прям вот так вот. Я что-то молодая. 33 или 34 года, я вообще их не боялась никого. Лупила во всем, если так взять. И это, а те люди уже вообще по 50-60 лет такие вот, ну, массивные, сильные, все языки знают и так далее. И вот это, то один придет, мне советует, все-таки нельзя, то другой придет, советует, нельзя. А я говорю, нет, я буду. Они тогда взяли, позвонили. А Громыко отъехал в СССР на несколько дней. Они ему позвонили и говорят, вот так это вот эта делегатка из Киргизии заставляет, хочет проголосовать за китайцев, за их, в общем, документ. И, видимо, разговаривали, а Громыко, видимо, подумал или прочитал уже этот документ. Он им сказал, как она хочет, пусть так делает. И когда СССР я нажала за китайцев, там все соцстраны обалдели, никто не нажимает, все пусто. А было 16 соцстран, которые голосовали так, как СССР голосует. И какие-то вот секунду, две или три не голосовали. Потом смотрю, раз, там Болгария, другие, все как пошли голосовать. Да, и все там было зеленое, китайское прошло на ура. Китайцы рады были, что-то невозможное. А оказывается, для них это было, ну, как бы первый прорыв на дружбу с Советским Союзом. Это был первый. Потому что до этого ни разу, 20 лет, постоянно, значит, вот так вот. Да, 20 лет. Действительно, после этого, резолюцию мы приняли. Все, бараны прекратились, к нам никто не лезет, у нас такая тишина. На границу ни один китаец не заходит, а раньше заходили в дома. Джамал Ташибекова с 1980 по 1986 год трудилась заместителем председателя Совета министров, одновременно являясь министром иностранных дел. В ее активе также должности заместителя председателя Фрунзенского горисполкома, председателя президиума Кыргызского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами. Еще она возглавляла Госкомиссию по делам семьи, женщин и молодежи при правительстве, Федерацию женских организаций. Сегодня Джамал Чуйбековна уже перешагнула свой 80-летний рубеж, но, несмотря на почтенный возраст, она старается быть в тонусе и много работать. Джамал Чуйбековна родилась 29 августа 1937 года в городе Фрунзе в семье рабочих. Отец девочки погиб под обвалами строящегося дома, когда малютке едва исполнилось 2 годика. Смерть мужа подкосила здоровье мамы маленькой Джамал, которая всю жизнь работала воспитателем в детском доме. Ведь до этой трагедии ей пришлось пережить смерть собственных детей, умерших от кори. Когда в возрасте 6 лет заболела корью и Джамал, единственный ребенок, оставшийся в живых, то ее мама слегла от горя.
молодой женщине и девочке не дали умереть родные сестры, тети Джамал. Девочка росла очень смышленно, и по-настоящему ее способности проявились во время учебы. После вот Министерства иностранных дел, когда стал вопрос о том, что меня надо заменить, ну, мы тогда не задавали вопросы, потому что Горбачев пришел, он всех вообще там подметал. В том числе и, конечно, республиканские он старался тоже почистить. Ну, в эту чистку я попала. И тут председатель Совета министров, тогда Дюшеев был, он сказал: «Джамал Чубековна, мне кажется, вам надо идти в общество дружбы работать, потому что у вас очень прекрасно получалась эта работа». Я пошла туда, там, как рыба в воде, быстро разобралась. И мы работали со многими странами, стран, наверное, 30-40. Я уже не говорю обо всех вот этих вот, в то время еще были вот эти вот социалистические страны, с ними, со всеми, и другие, Америка, там, Канада, еще кто-то там, я не знаю, всякие капиталистические страны, мы с ними тоже работали. И, между прочим, тогда нами тоже сильно интересовались, потому что только что развалился Советский Союз. Им было интересно прийти в это общество дружбы и узнать, как мы тут вообще переделаем свою страну. Но со мной не переделаешь. Точно. Потому что я же уже закаленный человек с советским воспитанием. И вот они со мной, когда разговаривали, они все получали какое-то удовольствие, но они понимали, что я не пойду у них на поводу. Вот. И всегда нашу самостоятельность сохранила. С ними подписывали мы договор, договаривались, то все, ездили, мы туда ездили, они сюда ездили. Культурный обмен был и так далее. И наши музеи, театры и так далее, мы все это делали. Я считаю, вот эта работа в области дружбы и налаживание мостов дружбы – это одно из основных деяний и задач нашего времени. Потому что вот эти вот разные политические и прочие, всякие религиозные и прочие убеждения, они, конечно, с этими убеждениями надо считаться, но понимать, что такое мост дружбы, что такое дружба. Вот это, если мы привьем народам мира, мы будем жить все в мире, в дружбе, стабильно будет, во всяком случае, без войн. Мы хотя бы можем за столом переговоров решать все вопросы. Она всегда старалась и старается внести свой вклад в дружбу народов.